табун лошадей, старинные песни и казачья удаль. Потомственные казаки устроили холковский сполох. В Чернянском районе возле Свято-Троицкого Холковского монастыря прошел межрегиональный фестиваль казачьей культуры. Шеф-повара и студенты-кулинары сразились в гастрономическом поединке у мангалов. В Белгородском районе прошел первый международный фестиваль по барбекю. Грильфест 2015 собрал сотни зрителей и несколько десятков конкурсантов. Команда «Мир Белогорья Лайв» стала финалистом областного конкурса лучших молодежных СМИ. Молодые журналисты со всей области представили 25 проектов. Только три из них получили премии от Управления молодежной политики области.